приходится питаться химикатами. Да. Друзья, прогуливаемся по Амстердаму, изучаем местные достопримечательности. Вот он, сквер, площадь королевы. Площадь королевы, да? Вот туристы. Не я турист, я не турист, там фильмировать говорю. Да. Фильмировать тут местного. То есть это основная, главная точка? Да, но сейчас мало людей. Мало, да? Вот еще не вечер. Ага. Ничего себе, мало людей. Да, мало людей так, неплохо. Смотри, тук-тук какой, тайский. Тук называется просто, не тук-тук, а тук. Тук. Просто тук, да. Это типа тайский тук-тук. Да, это еще нормально. Так, пойдем вперед. Нет, правда. Полный сборник. Но это площадь центральная, да, главная? Это как, тоже? Королевы площадь. Так, площадь Королевы, ага. Есть еще Рембрандт сквер, и потом дальше еще одна. Тебе как здесь? Нормально. Нормально? Дома я. Дома я, да? Да, я голландец. Во, а картошка, типа. Ага, вот это, да? А сколько, ты говоришь, стоит вот один косяк? От 5 до 10 евро. 50. Это один забитый, да, такой? Это с табаком или чистый? С табаком. Стопроцентного чистого невозможно, как ты его курить будешь, она же не будет. Так, друзья, сейчас возьмем картофанчик. Это что у нас, картошка фри здесь идет? Прибольшая картошка. Что возьмем? Так, друзья, пока выключаюсь, смотрите Анзор ТВ, двигаемся в Голливуд, солнечную Калифорнию.